Богданская школа вошла в топ-100 лучших школ России. Участие приняли около 4000 общеобразовательных организаций нашей страны. Представители школ должны были описать работу своего учреждения в условиях пандемии. После подведения итогов оказалось, что школа номер 15 стала 14-й по счету из 100 лучших школ России. Были подведены итоги. Школа оказалась в 100 лучших школах России, стала 14-м по счету. Но, кстати, вот этому предшествовало общественное голосование на сайте, потому что, чтобы работы той или иной школы попали в сам вот этот короткий лист 100 школ, то есть надо было набрать необходимое количество голосов. За 14-е место в топ-100 Магаданскую школу номер 15 наградил и мэр Магадана Юрий Гришан. Это большая работа, и когда она получает награду, это, конечно, дорогого стоит. Я вручаю вам букет, памятный адрес. Да. Памятный адрес, да. Ну и я думаю, что за этим стоят премии тем, кто это все сделал. Конкурс такого формата провели впервые, отметил Алексей Юрздицкий. В ближайшую перспективу Магаданская школа номер 15 еще не определилась с дальнейшим участием в таком мероприятии. Но если будут предложены подобные конкурсы по силам для школы, сотрудники с удовольствием примут участие.